Другий рік триває співпраця Дніпропетровської облдержадміністрації з Асоціацією медичної та благодійної допомоги «Франція-Україна». Останньою 24-ю гуманітарною допомогою був мобільний рентген-апарат, який відправився у Донецьку область. Детальніше про співпрацю з французькими благодійниками говоримо з координатором проєкту Олександром Коломійцевим. Отже, пане Олександре, я вас вітаю. Здравствуйте. Пропоную спочатку поговорити про статистику, без неї нікуди. Отже, скільки обладнання з Франції отримали саме лікарні Дніпропетровщини? Ну, скажімо, город Дніпропетровск у нас максимально охвачен этим гуманитарным проектом. То есть мы постарались, так как, во-первых, тут находится больница Мечникова, которая со времени начала АТО стала первой принимать, наверное, максимально стала известна в Украине, принимала больше всего количества раненых, проводили сложнейшие операции. И они нуждались больше всего, конечно, в оборудовании, в таком уникальном иностранном оборудовании, которое, на котором позволяет проходить очень сложные операции и хирургические вмешательства. Вот, поэтому мы, в первую очередь, конечно, уделили внимание, это больница Мечникова. И могу, конечно, анонсировать, что у нас следующая поставка также запланирована в больницу Мечникова. Это уже тесное сотрудничество, то есть мы выясняем потребности больницы, видим, какие необходимо оборудование доставить, либо же что-то поменять, возможно, и такое бывает. Вот. То есть, скажем, ведем такое тесное сотрудничество с больницами города Днепра. У нас порядка 6 больниц в Днепре только получили гуманитарную помощь. Это, скажем, можно как пример привести, в первую очередь, что мы поставляем. Это специальные кровати медицинские, которые позволяют более комфортно находиться, выздоравливать в лечебных учреждениях. Это кровати, комплектованные специальными противопрожженными матрасами и позволяют до полугода, то есть, находиться на больничной койке и не появляться таким сложным заболеванием, как пролежни, такой сопутствующим заболеванием. А также более комфортно помещать пациента в более удобное положение, нежели наши эти железные кровати, которые мы видели раньше в палатах. Вот. Потом среди оборудования хотел бы рассказать, вот в начале сюжета вы сказали, это рентген-аппарат. Таких рентген-аппаратов нами уже было направлено 3. 2 из них мы направили на передовую. Вот это мобильный госпиталь, который сегодня находится в зоне разграничения и первыми оказывает медицинскую помощь. 1 получил военный госпиталь. Что это за рентген-аппарат? Это, скажем, называется она так называемая сиарка. Это аппарат, в который можно поместить больного, то есть привести прямо непосредственно в хирургический отдел, вот, поместить больного в этот рентген-аппарат и уже в режиме онлайн посмотреть наличие в нем включений, то есть осколков, либо каких-то сложных травм, ранений. То есть это, ну, скажем, в режиме реального времени можно обследовать больного, не перемещая его и не подвергая. Очень тяжелого больного. Конечно. Ну, то есть сам сталкивался, когда со сложными ранениями больных, раненых, вернее, эвакуируют вертолетами в больницу Мечникова, где уже оказывали помощь. На сегодняшний день мы экономим не только время, и экономим, как говорится, силы бойца, которые непосредственно уже в зоне АТО можно с двумя такими рентген-аппаратами перекрыть хотя бы первоначальные потребности в квалифицированной помощи. Ну, если говорить о вот такой вот помощи, то, в принципе, я думаю, ни одна больница в Украине не откажется от хорошего, качественного, дорогостоящего оборудования для того, чтобы спасать. Вот, знаете, вот в этом случае как раз наша руководящая роль в этом проекте. То есть мы максимально знаем, какая больница сегодня нуждается. Вот об этом потребности у больниц у всех есть. У всех есть, да. Все вот таким образом вот хотелось бы более детально понять. По мере необходимости. То есть у нас, например, очень часто мы поставляем перевязочные пакеты, скажем. Это наборы, которые в принципе необходимы каждой больнице и идут не, ну, постоянно в них потребности. Расходник, да, совершенно верно. Вот. Но, скажем, мы понимаем прекрасно, каково сейчас положение дел на передовой. Ну, к сожалению, да, мы уже стали чуть-чуть как статистику это воспринимать, но тем не менее количество раненых, оно имеется, да, и, скажем, необходимая помощь, она должна быть предоставлена. То есть может ли врач на передовой рассчитать, сколько ему оно необходимо? То есть сколько они и давай, все равно должен быть запас. Вот. Поэтому в первую очередь, конечно, нам нацелена такая программа обеспечения передовой такими, скажем, необходимыми материалами. Вот. Почему это, например, больницы, которые даже не находятся на учете в Днепропетровской области? Но мы выбрали вот такой путь, вот помогать в первую очередь самым необходимым, это зоне АТО. Да? Потом, конечно, уже по, скажем, потребностям помогаем остальным больницам. Но, скажем, на сегодня
Ну, я понимаю, что мы не всех охватили. Вот, конечно, хотелось бы эту работу увеличить, масштабировать, но на все сил, как говорится, не хватает. И наших доноров большое им, конечно, спасибо за то, что мы уже 2 года так тесно сотрудничаем и, как говорится, в режиме реального времени знаем их потребности, они знают наши потребности. Если говорить о сотрудничестве с французской ассоциацией, то как вот, давайте вернемся в историю, как это произошло? Кто первый протянул руку помощи? Понятно, что... Скажем, отдельно хотел бы рассказать, конечно, это Диана Дольс, это наша землячка, да, которая жила здесь, в Днепропетровской области. Она первая откликнулась, вот именно зная потребности Украины и сама, кажется, видела, что такое наши больницы, в чем они нуждаются. Вот, она протянула нам руку помощи и сказала, давайте, мы организовали это сотрудничество и стараемся, как говорится, наших партнеров не подводить. Ну вот давайте в любую бочку всегда необходимо бросить хоть чуть-чуть дегтя. Ну, потому что бросайте. Вот, да, вот буду бросать. Большая страна Украина, такая серьезная проблема. То есть у нас реальная война на Востоке. И тем не менее мы ждем помощи от кого-то, от зарубежных коллег, которые протягивают нам эту помощь. Почему нет на государственном уровне вот этих вбросов настоящих денег для того, чтобы всего было достаточно? На ваш взгляд, скажем, как человека, который сталкивается с этим? Знаете, уникальность оборудования. Такое оборудование не производится в Украине. Закупить оно, ну, скажем, очень материалоемкое и финансово-емкое. То есть это необходимо, ну, довольно-таки значительные средства. То есть взять так, ну, тот же рентгенаппарат. В Украине он не производится. Взять микроскоп, который необходим для производства хирургического, этот, там, с помощью зонда вводится линза, вот. И врач видит, говорится, ну, непосредственно в ране, что происходит. Взять уникальные, например, мы получали штифты, которые позволяют, как аппарат Елизарова, но более такое, это мобильная версия, вот, позволяет фиксировать кости так безболезненно, без разрезов, зафиксировать пациента, и, скажем, срок выздоровления проходит не в течение там, полугода, а там, до месяца, скажем, в этом аппарате зафиксированном может уже чувствовать себя довольно-таки комфортно. То есть те разработки, которые есть, скажем, в Европе, вот, они все равно будут все равно на голову выше. Плюс наши врачи, знаете, вот я сам с ними общаюсь, они хорошо знают это оборудование. Многие наши врачи очень квалифицированные. Талантливые. Да, талантливые. Буквально руками это все. Это. Когда ты привозишь аппарат, они говорят, мы этот аппарат видели, мы проходили на нем обучение, но у нас его нет. Вот, вот, пожалуйста, уже на сегодня есть. То есть, ну, те же, например, мы получали для новорожденных кувезы. Это такой аппарат, бокс, которым можно новорожденного буквально с 500 грамм. У нас уже есть такие примеры. Спасать, вырасти. Да. Да, этот, они есть, они у нас в больнице есть, но их не хватает. То есть, ну, скажем, чтобы перекрыть потребности больницы, надо еще. То есть для того, чтобы выйти на тот же уровень, да, это пройдет не один десяток лет, а нам надо сегодня. Вот и такая помощь, она сегодня действительно актуальна, и она нужна, и она своевременна. Я с вами согласен. Единственное, что печалит, это то, что придется ждать десятки лет. Может быть, как-то, если мы победили все-таки по-настоящему... Одолеет дорогу идущей. Да, да, победили по-настоящему коррупцию, наверное, быстрее бы мы приобрели эти аппараты нужные. Да, итак, планы на будущее. В вашей организации это очень важно, потому что... Скажем, на сегодня у нас уже подготовлены пакеты, да, ну, мы не можем одновременно во все больницы развести, но планово в течение, скажем, у нас такой график, 2 недели мы какую-то больницу по выбору, скажем, совместно, как происходит выбор, тут отдельно, конечно, вопрос, потому что многие, может, даже обижаются, что мы не к ним заехали, да, то есть изначально мы спрашиваем больниц, какие есть потребности, получаем обратную связь от них, то есть в каком состоянии находится у них сейчас оборудование, потом эта информация уходит к французским донорам, вот, они изучают, действительно ли ситуация такая, и по мере нахождения у них оборудования они отправляют это, скажем, это нам. Вот. И тогда уже эта больница, то есть это длительный процесс, когда мы, скажем, сталкиваемся с тем, к нам врачи обращаются, а можно ли мне вот это, что вы отправили уже, но я объясняю, что вот необходимо пройти эту процедуру, то есть действительно показать необходимость. У нас не такая, знаете, как ситуативная помощь, вот у нас помощь именно целевая. То есть мы сначала определяемся, что это действительно необходимо, а потом мы это отправляем. То есть нету такого. И вот знаете, когда приятно, проходит неделя, и тот аппарат, который мы поставили, фотографии отправляют нам врачи, что оно уже работает, оно стоит, и оно пригодилось. Да, на нем уже работает. Это не так, что привезли, на склад поставили, и оно стоит пылиться, или для гордости показывается какой-то комиссии. Это рабочее все. Хочу сказать и вам спасибо, и французам, которые помогают украинскому народу. Дякую.
дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас був координатор проєкту Олександр Коломійців, а говорили про допомогу Асоціації медичної та благодійної допомоги «Франція-Україна».